Идем сейчас в лес, будем бегать кросс. Вот такой вот у нас здесь лесок недалеко от нашего места проживания. Сзади уже прошли речку. Вот так. Что, Коля, готов? Сюда посмотрите. Ну что, чувствуете контраст между степью и лесом? Вот только мы вошли в лес, да? И воздух другой, и намного свежее, тут везде тень, так что здесь бегать будет хорошо. Понятно? Да. Значит, смотрите, это вот тропинка, она вот такая извилистая, это влево, вправо, ее что-то пересекает, перебегаем, там есть асфальтированная дорога. Вот бежим до асфальтированной дороги, и там ждем все друг друга. Каждый бежит в силу своих возможностей. Понятно? Перегонки устраивать не надо. И старайтесь бежать так, чтобы было не менее двух человек вместе. Я с Ваней сзади буду бежать. Понятно? Будем смотреть за отстающими. Подбирать упавшие тела, уставшие. Будем с тобой их тащить, Ваня. Но мы же их не бросим. Это ж столько сала может быть полезного. Оно же нам пригодится еще. Засолим потом, да? А мы лопату. Зачем мы лопату взяли? Лопату я взял не просто так. Да-да-да, молодец. Все, готовы? Да. Его марш. Ваня, ты со мной. Вернемся, когда прибежим. О, добежали, да? Это первая точка счета. Обратите внимание, здесь лес. Вот лес, да? Но он не густой. Запросто просматривается во все стороны. Видимость сколько у нас получается? 250-300 метров. Это очень редкий лес. А вот если зайти туда, вот там, в том лесу, там видно, да, там поплотнее лес. Вот там становится посвежее. Кстати говоря, автомат Калашников именно в таком лесу имеет преимущество перед многими винтовками, особенно перед винтовкой М16. Это так, на всякий случай информация. Что там, на какой-то пионерский лагерь наткнулись в лесу. Бывает. Пересидим минутку. Прохладный бетон, попа остынет, да? Воды хочешь? Да, пожалуйста. Какие ощущения у кого? Нормально. Нормально. Бегаешь по лесу, как по реке. Ну, понравилось? Да, так ты побегай по асфальту, сейчас тебе будет еще веселее. Тогда, я понял. Значит, по лесу как в парилке, а по асфальту как на сковородке. Да? Все ясно. В парилке так оно как-то в общем так тепло. А вот на сковородке... Олег Леонидович, вы же обещали нам покупаться. Так пойдем купаться сейчас. Вон там вот вдоль речки пойдем поверху, спустимся. В 5 километрах есть хороший пляж. Да я пошутил. Обратно идем. 6 километров. Еще лучше. Ну это уже обратно. Пошли. Где лопата? А почему не на грузовике?